Отрывной календарь. 1977 год. В Каргандинской области создан еще один богатейший горнодобывающий район. В центральной части полупустынной Сары-Арки принято в эксплуатацию первая очередь Жайремского горнообогатительного комбината. В эти дни вблизи рабочего поселка сооружается город на 70 тысяч жителей. Уже справлено новоселье в нескольких жилых домах и общежитиях. Построены школа, детский сад, магазин и библиотека.